Фанаты волейбола, всем привет! Вновь продолжаю рассказывать про турнир, на котором мне удалось поиграть с профессиональными волейболистами. Турнир памяти Валентина Яковлевича Косяна – ежегодное мероприятие, на котором я принимал участие впервые. Если не смотрели предыдущие части, то срочно исправляйтесь, переходите по подсказке или ссылке в описании, ведь дальше будут спойлеры. Ненавязчиво попрошу подписаться на канал, поставить лайк, а также в Телеграм заглянуть, там топовый волейбольный контент. Итак, матч за третье место против команды ПГС. Наливайте чаек или кофеек, приятного аппетита и приятного просмотра. Да дядя Вова убежал просто. Дядя Вова убежал. На грудь принимал просто, поэтому пришлось майку снимать. Не надо доводить. 4-4. Как тебе блок? А все нормально, Светлана. Понятно. Вау, хорош. Блять. Никит, там туда руки просто. Не дай отыграться. А я до него не дотянулся просто, ну, в смысле, я прыгнул и... А это запрещенный прием, дядь Вов, играем? И так составы распределили, блядь. Вообще просто. Никит, не слушай его. Там тоже, со второй попозже прям, и не дает играться. Играй, 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 ты! Умница! Бля! Ну, хорошо. Я. Так это про всех, дядь Вов. Еще правее. Хороший идет. Прыгает, по-моему, прыгает. От сетки посмотри, Егор.
Чуть правее, парни, правее. Первая связь. Первый. Да, может, на планер пора? Не, нападай. Нападай. Не смей ему показывать руки в такой ситуации. Опоздал, пиздец. Добрый вечер. Привет. Давай, три, давай. Левее. Моргает же красненько, да? А? Красненько. Моргает, но тут не горит. Ну, это не должно. Все равно. Без приема, Ром. Прыгает. Планер. Играй! Кстати, друзья, вы можете забрать подарок от нашего партнера по ссылке в описании. Наслаждайся игрой, остальное за Винлайн. Подойди поближе, чтобы точно не мешать. Чё, закрой его в приеме-то, ну. Да. Эй! Хорош. Хорош, Ром, я тебя пока берегу. Да, я пока сам берегу. Когда ты последний раз только прыгал, нападал? Никогда. Яя! Ой-ой-ой! Хорош! Хорош! Более показал. Хорош, Егор, в защите. Да. Там оставь. А, нет. Ой-ой-ой. Пробуй, Егор. Ой! Давай.
Ему нельзя свистеть, да? Никит, со своим не забудь, не дергайся с темпом. Он поэтому и в Италии, а не в России. Так, давай. Эй! Давай, 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 давай. И, ач. Не, нужен отрыв маленько, потому что мы в любой момент можем вот так встать. Ой-ой-ой! Довести. Никто не ждал, да? Не, а Дэн все равно уже сместился туда. Ну я он кроме сместился, я говорю. Я. Ну? Прыгает, прыгает, парни. О! Эй, хорош. Давай, давай. Эй. Я, можно было скинуть. Прыгает. О, я. Эй! Хорош. Не, а я не знал, что там Вова просто. Если, ну, типа, если бы я знал, я бы под себя скинул. Я. Ой, хорош. Хорош, молодец. Защиту сыграл, блядь, сам забил. Красавчик. Наградил человека. Успел нормально? Да. Первая связь, внимательно. Сейчас какой-нибудь хитрый жук скидку сделает. Да, блин, за чего я проговорил? Блядь, ну пиздец, Егор, ёбаный в рот. Хороший город игрался, там можно было еще пробовать, конечно. Специально на сетку давал, если честно. Я? Я тебе. Я думал, что хуй под себя, блядь, типа не. А я не попал пальцами. Хотел под себя. Ого! Ну как бы, ладно. Так же. Егор ждет. Даня, тянись.
Осенив. Дань. Прыгает. Хорошо, что передавил его маленько. Да бля! Я ем, пацаны. Просто. Че, Ром, все? Отдохнул? Да. Давай подачу поддержим, пацаны. Да. Я не подал, Егор, перед тобой. Дань, там. Мое. О. Эй! Оля! Мяч площадь. Вон там сидят на линии. Блядь. Эй, хорош. Блядь. Хорош, Никит, там на грани было. Может, ты попал, может, не попал. Не знаю. А? Да. Тебе что, ты как будто бы высоты или чего от них? Просто близко прихожу и здесь. А, ага. Не-не-не, ну в защите можно вот это! Нет! Ну это можно! А это в одном движении было! Ха. Ладно, как трактовать, так трактовать. Эй! Хорош! Привет! С этим дойди до меня, пожалуйста, дойди, перенеси руки. А-а-а. Блять, давай. Почти получилось, дядя Боб, обмануть. Блять, а почему я в два отдал? Ой, какой я дурак. Я. В шесть. Ром, ты в шесть. Вот так. Да ничего, да. Я дурак, там Вова в 4, надо было в 4 просто отдать, да и все. Я что-то придумал. Две. Эй,
Дань! Давай! Как хорошо, что он в этой расстановке не подал. Да. Блять, надо подать одну хотя бы за партию. Играй вверх! Что? А у кого сетка была? А? Дань, ты смотри. Зона, Дань. Да. Планер. Ой! Давай, надо брейк. Хорошие мячи у нас есть. Надо брейковый. Сыть. Руки до последнего не показывай. Он просто отыгрывается от рук. Занеси по ты. Да. Охуеть. Надо пробовать. Если бы чуть-чуть подвинуть, я бы... Парни, противные, вот сюда вот. Да. Может куда угодно быть. Давай! Ивач! Все, работаем. А? Блять, у нас тут две конченые расстановки. Где на приеме неудобно. С первой связи внимательно, Никит, тебе говорю. Блять, ну нельзя. Надо подавать, пацаны. А, нет, вот так. Эй! Ивач! Да. Сейчас Ромка подаст на вылет. Давай чуть правее, он все равно. Я. Хорош, Ром, защиты лучше. Играй ты! Я! Довести! Блядь! Доведи! Ёбаный рот! Несмотря на то, что турнир носит товарищеский характер, накал страстей был как в финале Олимпиады. Судьи пытались остановить нашу команду, но мы перетерпели и все-таки вырвали равную концовку. Сможем ли мы побороться и во второй партии, или матч пойдет по примеру полуфинала, узнаете совсем скоро. А пока подпишитесь на канал, поставьте лайк, в Телеграм загляните. Огромное спасибо за просмотр и вашу поддержку. Ну а с вами был Григорий Никифоров, такой же, как и вы, фанат волейбола. До скорой встречи!